ОКБ Сухого проводит летные испытания новой беспилотной транспортной платформы С-76, обладающей уникальной способностью вертикального взлета. Этот аппарат называют гибридом самолета и мультикоптера, поскольку он оснащен электродвигателями для вертикального взлета и поршневым двигателем, работающим на бензине И-95 и керосине. Основная задача С-76 – перевозка грузов, причем платформа ориентирована на коммерческие перевозки, обещая снижение стоимости на треть по сравнению с пилотируемыми аналогами. Однако платформа может быть использована и в военных целях, особенно учитывая ее автономность и отсутствие необходимости в специально подготовленных площадках для взлета и посадки. На текущем этапе испытаний С-76 успешно прошел тесты вертикального взлета, зависания и посадки. Технические характеристики С-76 впечатляют. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1500 кг, а грузоподъемность – 300 кг. Длина фюзеляжа достигает 7,2 метра, размах крыльев – 11 метров. Крейсерская скорость составляет 180 км в час, максимальная высота полета – до 4 км. Дальность полета при полной загрузке с дозаправкой 1000 или 500 км без нее. На этом все. Для продвижения этого видео поставьте лайк, нажмите на палец вверх. А в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.